Так, Тарифтина, 14 лет. На конкурс дети читают стихи. Номинация «Я пишу стихи». Стихотворение без названия. Согласно гелиоцентрической системе о строении мира, все планеты незамедлительно крутятся вокруг Солнца. Я, конечно, не знакома с мыслями Лира, но, возможно, ему доставляло удовольствие грезить о звездах. В Ацидолийской равнине с утра было подозрительно тихо. Opportunity решил скоротать многотысячный соло, следуя очередной кратер. За множество миль вы здесь не услышите даже крика. Здесь только красный песок украшает экватор. Низкая плотность воздуха не настолько плоха, как кажется. Лучше, чем звучит. Яркие звезды, обещаю, вам точно понравятся. И дымился фокус, что парят в вышине, не изменяя орбит. И пусть здесь не слышны соловьиные трели, знай, мы должны встретиться там, откуда мы прилетели. Я буду ждать тебя в пятницу, 6, на уезде в Скиапарелле.